Ну, меня с Крымом связывает очень много, поверьте мне. И порядка 14 лет, каждое лето мы гастролировали там, каждое лето мы приезжали туда, привозили туда своих детей. Наши семьи любят это место. Я не хочу рассуждать о политических моментах. Надо было его забирать, не надо было забирать. Я только верю в одно и жду этого, что опять на этом полуострове соберутся все. А всегда там собирались и белорусы, и украинцы, и россияне в огромном количестве. И Прибалтика приезжала. И на наших концертах они тянули, то есть были все вместе, объединены единым настроением. Я верю в то, что это вернется. И как популярнейшее место отдыха летом. Более популярное, чем Турция и Греция вместе взятые. Это очень красивое место. Летний период. Во-вторых, это невероятнейшая сельскохозяйственная территория, на которой выращивают виноград, делают прекрасное вино, выращивают овощи, фрукты. То есть это теплое место. Там не бывает холодной зимы абсолютно. Значит, там можно это делать. Не берусь судить об ископаемых, но если говорить о курортах, то это невероятная лечебница. И нельзя это тоже отметать. Вот. Поэтому скорее бы уже все нормально стало. Я очень хочу снова вернуться в тот Крым.